Всем привет! С вами на диване Олеся Сагачева и электрический измельчитель. Сегодня мы посмотрим, из чего он состоит, и приготовим вкусный и полезный смузи. Очень прочная коробка, в которой у нас располагается миксер. Этот миксер представляет собой верхнюю часть и вот такую чашу. Обратите внимание, что чаша с силиконовым кольцом, которое плотно прилегает, и, соответственно, никакая жидкость у нас не разбрызгивается. Коробочка нам не нужна. Собирается достаточно просто и интуитивно. Все, наш миксер готов к использованию. Нам необходимо будет вставить его в розетку, а перед этим давайте наполним его для нашего первого смузи. Открываем, а сделаем фруктовый. Для нашего смузи мы взяли яблочки, клубнику, киви, есть черника. Достаточно. Закрываем наш измельчитель. Сейчас мы его включим в розетку и одним движением руки, придерживая измельчитель, нажимаем. Если подержать совсем немножко, то у нас наши фрукты превратятся в кусочки и будет такое нежное пюре с кусочками. После того, как вы взбили фрукты в необходимое пюре, добавляем немного воды, закрываем наш измельчитель, фиксируем и взбиваем еще раз. Буквально полминутки, и наш чудо-измельчитель превращает наши фрукты потрясающий смузи. Дорогие друзья, все очень просто. Очень вкусно и полезно. Это у нас были фруктовые смузи, а сейчас мы расскажем, как сделать детокс смузи, чтобы ваши отеки ушли. Друзья, благодаря ножам из нержавеющей стали, а очень острым ножам, мы в нашем измельчителе можем взбить даже орехи. Но сегодня у нас передача про смузи, и поэтому мы делаем смузи-детокс. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Это небольшой огурец, сельдерей и лайм. Лайм можно заменить на лимон. Я думаю, что две долечки хватит. Также мы добавляем немного авокадо и ананас. Все, закрываем. И уже по известному нам принципу нажимаем всего лишь на одну кнопку. Немножко встряхнем для того, чтобы к ножу наши овощи были ближе. И в получившееся пюре добавляем немного воды. Фиксируем. Нажимаем. Всего полминуты. И наш смузи-детокс готов. Останется только из чаши в стакан вылить наш смузи-детокс. Если хочешь узнать больше рецептов смузи благодаря нашему измельчителю, смотри в описании, а я пробую смузи-детокс. Вкусно!
действительно вкусно. Ну что, дорогие друзья, сегодня с вами на диване была я, Олеся Сагачева, и электрический измельчитель. Его цену можете узнать в описании к этому видео, и также еще больше рецептов смузи тоже там, в описании. Все, до новых встреч, всем пока!